аплодисменты моим родителям. Вы этого заслужили. Спасибо. Фу. Все. Макияж потек. Ой. Вы знаете, я 2 года назад познакомился с очень крутыми ребятами. Это группа «Пила». Я думаю, вы слышали о такой, знаете. Аплодисменты им. В общем, мы с ребятами познакомились. Как я уже сказал, 2 года назад, и решили совместно поработать. Нам это было интересно. Мы это назвали «коллаборация разности», потому что они такие дядьки здоровые, такие взрослые, я такой малыш, что там, знаете, я спеваю. И мы решили с ними сделать коллаборацию разности, и сейчас хотели бы вам впервые презентовать авторский материал, авторскую песню, которая называется «Смотри вперед». Несмотря ни на какие жизненные трудности, мы всегда должны смотреть вперед. Давайте дадим песню жизни. Ничего, вы хлопаете. Группа «Пила». Добрый вечер! Включаемся, друзья, включаемся. Так сделать уже впереди далеко. Не слушай тех, кто скажет, что все будет легко. Все видят только одну из многих сторон. Мечтают получить просто так миллион. Неспешно ты иди, но везде успевай. Споткнулся, так бывает, но ты только вставай. Время не трать на глупых людей. Близких любить, цени верных друзей. Ты где? Смотри вперед и не оглядывайся. Делами темный мир. Не связывайся, всегда будь верен друзьям и своему делу. Пускай тебя не победят ни душа, ни тело. Смотри вперед и не оглядывайся. Делами темный мир. Не связывайся, всегда будь верен друзьям и своему телу. Пускай тебя не поведет ни душа, ни тело. Не узнаешь, ты не нужно знать. Взрывайся, если больше ты не можешь молчать. Будь верен, если все же суждено полюбить. Если кто-то не с тобой, будь готов запустить. Взрывайся и не бойся, иногда перемен. Крепость можно взять даже из прочных стен. Дело не бросай, доводи до конца. Обидел, оступился, не прячь лица. Пускай тебя не подведет ни душа, ни тело.